В данном видео присутствует ненормативная лексика и оскорбительные шутки. Смотрите это видео в наушниках. Приятного вам просмотра. Сегодня у нас будет один час, чтобы нафармить как можно больше левела. Со мной Афанасио. Да. И Глеб. Всем привет. Вы, ребята, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а мы приступаем к самому видосику. Погнали. Еще не слышал о новом сайте с курсом 1 к 2? Тогда тебе на Блокспорт. Здесь реальный курс 1 к 2. Нажимаете купить робоксы, выбираете свой аккаунт, выбираете сервер, и тут у вас будет цена, которую вам нужно выставить. И все, ребята, ваши робоксы уже будут на вашем аккаунте. Приходят они просто моментально. Каждая покупка тебе приносит очки опыта. Копи опыт, прокачивай уровень и забирай бесплатные робоксы. Я оставлю секретную ссылку в описании, которая даст тебе бонус 10% к первой покупке на Блокспорт. Ну что, ребята, когда вы вообще последний раз играли на таких подобных аккаунтах? Скажите, пожалуйста. Так, я делаю очень крутой мув. Что ты там делаешь? Ну, так, это... у нас есть, кстати, небольшое правило. Покупать за робокс ничего нельзя. Ну да, я знаю. У меня, кстати, вылетело. Это такой мув ты делаешь? Не, а мы, кстати, можем уже начинать? Да, блин, то я квест забыл взять, боже. Стоп, давайте я зайду. Так у тебя вылетело, мы как бы на время соревнуемся, так что давай, давай. Суки. Как же долго убиваются эти NPC. Это жесть просто, да. У меня все равно есть спор одна. Так, Афанасио на сал выше зашел. Найс. Вы просто не знаете моих возможностей. Я столько снимался заново, вы просто... То есть, это, знаешь, секретные всякие способы, да, прокачки, я так понял? У меня... Я, короче, меч купил, а у меня из-за того, что вылетело, он пропал, и деньги не вернулись. А как ты меч купил? Скажи, пожалуйста. За 1000 белли. Откуда у тебя было 1000 белли? Я нафармил за сундуки. Это же реально тема. У меня вылетело, блядь, а вы сейчас спиздите мою идею. Погнали, Глеб, искать сундуки. Где? Где сундуки? Не вижу сундуков. Я их не вижу. Нет сундуков, короче. Не знаю. А, забайтил. Бля. Так, ладно, надо быстренько выполнять задание. Эй, это мой NPC. Мой непись. Отдай его. Собака! Это мой был. Уйди. Да вы заколебали. Глеб, бери. Один стыбзил, второй стыбзил. С Глебом в тиме мы тебе забыли сказать просто. Так нечестно. Опа. Мне кажется, все честно. Так, ну у меня третий левел. Потому что вы у меня двоих моих NPC-шек уже украли у меня. Да ни разу не было такого. Не надо врать, да? Да. Конечно. Когда такое было? Вот, ну, блин, я все снимал. Комбат, кстати, имбовый. Ты снимаешь? Я снимаю. Блин, пожалуйста, не выкладывай в интернет. На видеорегистратор. А, ну это ладно. Я пытаюсь найти сундук. Ну, вообще можно купить меч в натуре за косарь и сделать сейчас статы в... Вот столько вот. Но в вы меч. Уже начали... Я тоже куплю меч. Но вы уже начали не в меч, поэтому давайте это... Кутлас. Какой меч купить? Катлас, ага, отлично. Кстати, я забыл сказать, что у нас будет такое небольшое упрощение, что мы, когда достигнем острова с джунглями, мы можем с основы прокрутить себе фрукты на этот аккаунт. Но у меня нету денег, так ну, что мы не можем прокрутить никакой фрукт. Опа, новый левел. Скелетон лагает немножко. О, ничего себе, там мясо. Нифига себе, ты здесь, это мне. Я одного зафармил, вы чё творите? Спасибо. Блин, можешь еще такую раву собрать, пожалуйста? Да не, где Глеб, ушел сюда. Оп. Ребята, какой у вас ЛВЛ, я хочу спросить. Опа, ЛВЛ? Я могу уже на новый остров, ребята. В смысле новый остров? Что? А у меня 10 уровень. Какой 10 уровень, ты че? Да блин, отдай. Так, стоп. Лошара. Так. Да блин. Все, давайте, откисайте, ребятки. У меня 9 левел, я что, проигрываю, что ли? Ну, что, да, реально? Так. Так, ну нахер, я лучше куплю себе катану. Идите в жопу. Так, быстрей. Так. Интересно, а сколько пошел стоит фрукт? Я не помню. Фрукт быстрей! Стоит 10 тысяч, да? А, кстати, какая вам выпала раса? Раса? Да. Так тут уже падает, мне хуман. Человек. У меня тоже хуман, блин, какие мулаки. Блин. Блин, ребят, подождите меня. Я бегу. Так, шлюпка бесплатно. Нет, не хочу шлюпку, надо брать что-нибудь побыстрее. Если бы у меня бы еще не вылетело, я бы вообще вас разносил. Пожалуйста, вот бы у Афанасио сейчас вылетело. Пожалуйста.
Так, кстати, у меня есть... катана. Так, статистику можно еще вкачать. Ну, давайте вкачаем вот столько вот в это. Так, я кого-то обгоняю. Не зря я купил лодочку побыстрее. Не зря, это просто это моя супер тактика была. Еще где-нибудь NPC-шка находится, конечно. Сундук, отлично. А где NPC-шка находится? Сундук. А в ФНС там уже вовсю фигарит их, блин, в смысле? А чё нет-то? Ты чё? Профессионал. Офигел, что ли? Ребята, так, обезьяны, знаете, погнали. У меня вот выпусков Сазанова. Один. В принципе, погнали фигарить этих обезьянок. Это моя обезьяна. Это моя обезьяна. Моя обезьяна. Ладно, давай я тебя оставлю ее. Ничего себе, ты щедрый. Моя обезьяна. Опа, куда мы лезем? Ребят, я не знаю, что вы там делите, но я вообще кайфую. Дай, моя обезьяна. Ах, вы твари. Забрали мою обезьяну. А мы будем пэхаться, когда у нас 20 левел? Ну, можно. Можно попробовать. Надо, у меня 11 сейчас. Какой у вас левел? У меня 21 уже. Врёшь. Нет, у меня 21, серьезно. Не верю, в смысле, реально? Ну да. Уйди, блядь. Ну так, мы мешаем друг друга. Блядь, ты заебал меня. Ребят, знаете, как мне хорошо, что я здесь вообще бегаю подальше от вас, и я кайфую. Помешай ему, пожалуйста. Не вообще, вот прям, знаете, вот до лампочки, что вы там делаете. Ну, у нас идет все отлично. А еще я, кстати говоря, могу уже идти, ну, как бы... Ну, казалось. Фармить... Знаете кого? Горилл. Че, как вам это? По-моему, мы все почти наравне. Ну, вы на обезьянах, я на гориллах. Чувствуете разницу? Мы тебе показалось. Мы сейчас будем мешать тебе здесь. Нет! Мой. Вот так вот. Блин! Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ничего себе мощная горилла. А вот это неприятно, кстати. Так, нужно статистику вкачать. Реально гориллы прям мощные. Вот так вот качаем. Ну-ка, ну-ка. Остальное все вот сюда. Да-да-да, давай-давай-давай. Объединиться и украсть у вас. Я забрал. Ез. Так. Опа! Забрал. Бля, реально как обезьяны тебя ведете. Так, еще сейчас заберем. Блин, не получилось, ладно. Ой, 30 хп. Ребят, не хотите помочь? Побейте его? Не. Домой, наконец-то. Эй! Да в смысле? Я просил потом помочь, не сейчас. Поздно. Честно. Я один еще не использовал коды. Я тоже не использовал. У вас какой левел? У меня 24. Глеб, у тебя какой? 24. А у Фанесио? 19. У меня 16. Вы чё, офигели, что ли? Ну ты ну бас. А как вы так быстро качаетесь? Я не понимаю. Ну вот так вот. Вы коды в натуре юзанули? Нет. Может, на записи чек. Да ну нафиг. Опа, новый квест. Я могу новый квест. Погнали, гориллу. А чё ты так медленно? У меня вопрос. Я не знаю. Вы у меня забирали для моих NPC-шек и сейчас забираете. Домой. Победа. Блин. Стой, не фарми гориллу, пжи без меня. Ну то есть вы на корабля, да, идете уже? А я тут просто каких-то маленьких этих. Да. Все, давай, пошли, Глеб. Понятно, все с вами. Сейчас, Глеб, пойдем. Ну, да давай, я не могу запрыгнуть, у меня энергии нет, а все. Иди-ка ты нахуй со своей гориллы. Че у вас там, вы на гориллу так, полезли? Ну-ка посмотрим, да, ты посмотрите просто на нее, как мы убьем ее. Ну вы полезешь. Нет! О, ты меня дамажишь. Ой, ну, стой, давай, Валес. Бантихант? Бантихант? Стой, Валес. Такой бантихант. Я тебя сейчас забуду. Давай. Валес. Уверен? Ну, ладно, посижу тебя. На смысле тебя лоу хп. Блин, я квест взял. Ну, блин, что долго бегать между островами? Это жесть. Опа, вот так вот. Чуть-чуть дамажишь. А, блин. Понятно. У вас там весело что-то происходит, я так полагаю? Ну да, мы стараемся. У тебя какой левел, стой. Этот, как скелетон? У меня 19-й. Я не знаю, это просто жесть. Ну, я думаю, ты выиграешь скелетон. Ну нет! Я тоже так думаю. Вас обоих убило? Да. Да, одновременно. О, она отхилилась. Я шучу. Нет, стой! Фух, засчитала. Так тебя бы все равно засчитала. Ну все равно. Нифига себе, вы там оба светитесь, как светлячки. Че, у вас там уже 30-е, да, там всякие там 35-е левела? Ну да. 32-й. Не чувствую. Да блин, вы как звери в дикой природе забираете мою добычу.
А стой, скелетон, добавься в Алис. Или мы тебе немножко забаунти, чтобы он не победил. А у него есть 20-й? Нет. Нету. А кого я дамажу? Серьезно, у тебя нет 20-го? Нету. Он а чё ты? У меня инкомбат. Ага. Ой. Понятно. Ну бывает, бывает, Глеб. Разочарования случаются такие. Я вылетела нахуй. О, да. Так, минус конкурент, быстрее нужно прокачиваться. У нас есть фол. Быстрее прокачиваемся, быстрее, 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 быстрее. Нет. Надеюсь, тебя убьет эта горилла. Ага, нет, 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 нет. Фух, слава богу, я выжил. Я выжил, это хорошо. Так. Какой левел скелетон? У меня 27-й. Давай, живи, скелетон. Мне вот очень весело смотреть на Глеба, который сейчас хочет меня убить. Он прям стоял и ждал этого момента. Может, вы там двоих скады ведете? Я вел. Я вел. Так, ну-ка. Ну-ка, ждем момента, просто ждем момента. Иди нафиг. Не надо, дай ему нормально прокачаться мне. Там баунти хан? Нет. Да. Блин! Просто залутал баунти. Да как? Это нечестно. Исбаунти. Ура, я добил его. Да блин, он убил его, я хотел помочь. Так, я апнул, получается, с 28 по 31. Ну, пойдет. Так, какой у вас левел, ребят? 35. Ничего себе. Глеб, а у тебя? 35 это новый остров? Да. Глеб, а у тебя что-то? 34. Блин. У меня 31. 34. А, 34. Подумал, 34. Я думал, он 44. Так, а я оформлю квестики. Блин, Афанасий, что ты делаешь? Я немножечко шалю. Шалишь? Мне это не нравится. Почему волю нельзя врубить? В натуре, как волю включить на первом мире? А, кстати, на У. Да? На английскую. Там воля включается. Прикольно. Обманул. У меня 36 левел. Что мне делать? Надо что-то вспомнить. Что нужно делать после этого левела? Фармиться надо. Ну вообще, как будто бы после этого левела надо что-то... Что ты там включаешь? После этого левела как будто бы надо Глеба убить. Компас. Домой. Да. Я горел, главное. Я вам только что дал подсказку, но вы, по-моему, не услышали. Мы не услышали. Иди сюда! Что ты сказал еще раз? Компас. А, что? А. Бля, это конец. Я мог на другой остров прийти, но нет. Давно еще. Мне почему-то не. Ну, компас не хотел, чтобы я. То же самое. Надо было смотреть. Эх! Ты мою лодку отжал! Да садись. Заспамь новый, он упадет. Я знаю. Я тебя жду. Я все равно к тебе сяду. Давай, погнал. Небольшое перемирие сделаем такое. Не, у меня просто я не хочу лодку покупать. Так много денег тратить. Ну вот, мы сейчас его догоним, короче, и просто уничтожим, победим. Угу. Да? Да. Ну-ка сразу. Ура, новый остров! Нужно квест взять. Пираты. А, больно! Ага. Что ты блять вылетело, да? Ну-ка, опа! Опять вылетело, да, значит? А, сука! Все. Что? Я готов уничтожать. Я взял трипл дуал катан. О, в натуре? Да, трипл дуал катаны. Блин, я сдох от него. Блин, ну что-то мне как-то вообще не нравится. У меня как будто бы прям результатик такой. Весьма не впечатляющий. Пошалим. Пошалим. Пошалим? Чё ты там? Чё ты теперь делаешь? Убивайте его. Нет. Не, мы ты на Афанасию. Бунтихантры. Ну-ка. Повезло тебе. Давай! Понятно. Спасибо. А Глеб тоже потрубил, я ему чит скинул. Реально? Да. Тогда, вы чё, четырюги? Вырубай. Так по правилам можно же. Ты же не запрещал. Ну да, по факту. Ну. Ну, блядь, брось.
Давай, 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 иди сюда, почему ты убегаешь? Ну что, внутри бонихат снимаете? Ну а да. А что, нельзя? Нет, можно, конечно, я не запрещаю. Да ты чёрт, он с щитами, реально. Боже, это комбо. Иди комбо. Килаур, килаур. Мой, 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 это мой, это мой. Я только сейчас понял, что ты мой его забираешь. Ну сейчас мы тебя... А, блин, тебя убили. Ну ладно. Нет, нет, быстрее, 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 я успею. Я успею. Отстань от меня. Отстань от меня. Как кофейку. Отстань от меня. Ай, ай. Не подходи ко мне. А я ж подойду. Домой. Что это было? Я... Короче, вы могли Бобби убить и мне заруинить игру. Так его и так нету. Я его убил, потому что. Пу-пу. Халява. Вы что там фастите опять против друга прошли, что ли? Халява. Давай, давай, давай. Баунти Хантер, давай домой. Просто 210 баунти залутал. Лютый. Блин, жалко, чтобы вот если бы за убийство людей давались бы еще монеты, было бы вообще классно. Ну или опыт. Монеты? Да, были. А. Я думаю, это сейчас новый валют. Че, ты будешь на монетке? О! Кто там? Офигеть! Кто там? Что там? Я спин нашел. Реально? Да. Нифига, так это вообще редкость. Че? Ничего себе, ты хорош. Я спин нашел. Бывает Сигма. Просто под деревом валялся, как бы без фрукт ночи, без читов ваших там всяких вот этих вот. Блять, вылетело. Не, реально, я вижу уже этот комментарий. У ФНС все в видео вылетает. Блять. Это что было? Неплохо ты. Блин. Кто тарт? Кто карты перетасовал? Так, что открывается? Давайте. Да. Ага, ну давай попробуем открыть, посмотрим, что же нам выпадет. Жалко, я не могу. Ебать! Ебать! Вау! Ебать жестко. А у меня уже есть спин бомжи. Вы деньги потратили, я нет. А, ебать, слышишь? Стой. Ну-ка, ебать. Глебу выпал рокет, тебе спин, а мне чоп. Это, блядь, по... в три в ряд, ну. Подождите. Чё, сука. Нормально, три в ряд. Да, Александр, я настоящий Анда. Ну что, вот такое вот видео у нас получается получилось. И у меня 45-й левел, у Афанасио. 68-й. Ну а у Глеба... 54-й. Ну а если вам это видео понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайкосик на это видео, ну и подпишитесь на наши каналы. Да, в общем-то, вот такой вот видеофрагмент у нас получился. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на Skeleton Roblox. Ну а также напишите комментарий, с кем бы вы хотели увидеть такое же видео. Ну, а мы заканчиваем этот видос, так что всем удачи. И всем, ребята, пока-пока-пока.